Всем привет, с вами Парт. Садитесь поудобнее, наливайте вкусный, горячий чай и начнем нашу беседу о наболевшем. Сегодня хотелось бы затронуть весьма щепетильную тему, это 10 идеальных летних платьев с AliExpress с быстрой доставкой, которые скорректируют фигуру. Первое. Мини с мелким принтом. Мини с немного расклешенной юбкой можно назвать одним из главных must-have'ов лета уже которого года. Мы нашли модель с пуговицами, они визуально вытягивают силуэт, и мелким принтом. А еще, ускоренной доставкой. Второе. Сетчатое в горошек. Прозрачные платья, как будто из тюля или сетки, главный тренд теплого сезона. Носить их на белье не обязательно, можно подобрать нейтральный нижний слой, например, однотонное платье-майку. Третье. Маленькое черное. Но как без маленького черного платья? Летом такое спасет, если нужно соблюдать строгий дресс-код. Эта модель делает интереснее сборка в районе талии, она же, кстати, поможет создать силуэт в виде песочных часов. А еще это платье от российского бренда с очень быстрой доставкой. Четвертое. Платье-рубашка. И еще одна модель от Zarina, которая придет за пару дней, универсальное платье-рубашка. Это смотрится современно и модно из-за плотной ткани, в составе только хлопок и объемных рукавов. Пятое. С минималистичным принтом. Модные критики вовсю трубят о том, что в моду наконец-то возвращаются принты. Мы нашли в меру минималистичный, абстрактные точки разного размера. Кстати, это платье можно носить в любой сезон. Шестое. С декольте. А это платье с V-образным вырезом больше напоминает монохромный костюм. Кажется, к нему даже не нужно никаких дополнений, всего и так достаточно. Разве что пару минималистичных аксессуаров, самые модные мы уже отобрали. Седьмое. С открытыми плечами. И еще один важный тренд, который для лета подходит идеально, открытые плечи. Такое платье визуально удлиняет шею и делает образ легким и по-настоящему летним. Восьмое. Сарафан. Твидовый сарафан можно носить в любой сезон, особенно когда в моде царит mix and match. Летом дополняя его футболкой или кроп-топом, а в холодные сезоны – водолазками. Эта модель, кстати, с ускоренной доставкой, так что ждать придется недолго. Девятое. С анималистичным принтом. Наконец-то все устали спорить об актуальности анималистичных принтов, кажется, они постепенно становятся своеобразной классикой. Если любишь леопардовый принт, обрати внимание на эту модель. Она, кстати, есть в нескольких цветах. Десятое. Плиссированная. Плиссированные и гофрированные юбки вернулись в моду пару лет назад, и стилисты твердили, что ненадолго. Но явно ошибались, модницы очень полюбили женственные модели. Мы нашли платье, которое скорректирует фигуру. А еще его легко можно носить и с кедами. Наверное, на этом стоило бы закончить. И я понимаю, что не сказал вам ничего нового, но задумайтесь. С вами был Парт. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Скоро услышимся. Всем пока!